В ходе конкурса жюри оценивало парки соискателей по таким критериям, как количество и качество аттракционов, развлекательных мероприятий и точек общепита, интегрированность в общественную жизнь города, создание условий для людей с ограниченными возможностями, проведение социальных и благотворительных акций. Торжественное вручение награды состоялось 25 сентября на церемонии закрытия 25-го юбилейного форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Это уже второе хрустальное колесо Сочи парка. На предыдущем конкурсе он получил награду как лучший парк, открытый в России в 2014 году.